Никакой суеты и путаницы в очереди, радуется Елена Еремина. Выбрать услугу на терминале, взять талон и ждать, когда на табло появится указанное обозначение и номер окна. Посетителям остается только следить за информацией на экране, чтобы вовремя подойти к работнику регистратуры, а затем к врачу. Берешь талончик и общаешься с регистратором тет-а-тет, то есть конфиденциальность соблюдается, потому что не всегда хочется, чтобы очередь слушала о твоих проблемах. Электронная очередь работает в 9-й поликлинике уже 2 недели. Разобраться с новым сервисом у терминала посетителям помогает специалист. Вызвать врача на дом, записаться на прием, продлить больничный. В день сотрудники регистратуры принимают более 500 человек. Говорят, работать намного проще, когда по ту сторону стойки не шумят и не ругаются. С медрегистратором очень тяжело работать, когда в одно окно лезут по 2-3 человека, и все говорят, мне только спросить. Просто спросить не получится и у врача. Нельзя войти в кабинет раньше, чем имя пациента высветится на табло. Проект «Электронная очередь» вскоре появится во всем регионе. Сотрудники 9-й поликлиники надеются, если пациентам будет комфортнее лечиться, то и на поправку они пойдут быстрее. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».